Кызылорде проводятся работы по реконструкции здания железнодорожного вокзала и благоустройству при вокзальной территории. Аким области Нурлыбек Налибаев совместно с сенатором Русланом Рустемовым и мажилисменом Муратом Иргишбаевым ознакомились с ходом работ. На сегодня завершен ремонт здания железнодорожного вокзала. Проложены асфальт и брусчатка на перроне и автостоянке. Установлены фонари. В целом проведение этих работ компания «Казахстан Теміржолы» вложила 322 миллиона тенге. Местные предприниматели – 255 миллионов. Глава региона выразил неудовлетворение затягиванием работ, которые ведутся с апреля прошлого года. Поручено завершить все работы в ближайшие несколько дней. Вам срок 10 дней, дальше тянуть нельзя. И так уже почти на год растянули. Все средства вам были предоставлены, но до сих пор работы не завершены. Нужно ускорить.